сказать, что я очень рад, что он оказался именно в Свете, так как наши отношения начались после того, как у меня закончился контракт предыдущий, и, как вы, наверное, все знаете, я был переговорен с этой командой, очень профессионально организованной командой, так, хороший стадион, полный стадион, не знаю, поэтому я, наверное, стал самым главным чемпионом. Также он находится недалеко от моего родного города Перу, поэтому мама с сестрой могут приезжать на родину. Также хочется сказать спасибо руководству клуба Геннадию Николаевичу за то, что поверили. Будем, я надеюсь, что оправдали их недоверие. Спасибо еще раз. Спасибо. Мы переходим к вопросам. Я хочу подчеркнуть, что общение со сегодняшними спикерами происходит только в рамках пресс-конференции. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Если честно, то об этом я узнал. Я пришел уже в зал пресс-конференции, но так как мне сказали директор, это решение приняло руководство команды, поэтому, в принципе, ответственности я не боюсь, потому что с ребятами прилетели, мы поговорили, там много лидеров из других, они заслуживают капитана, но так как пришел руководство, я думал, что он будет мне помогать, так же, как и Патрик Горсон. Я думаю, что мы хочу добавить, что с Дмитрием был разговор, он был очень профессиональный, и вы правильно сказали, что это дополнительная ответственность, мы хотим, чтобы я полностью сразу включился в жизнь команды и борьбу за результат. Вы готовы выйти на лёд уже в это воскресенье? Ну да, сегодня я прошел мне досмотр, вроде, дай бог, все прошло нормально, поэтому просто как получил от в принципе, я тренировался с тренером, как я был согласен, поэтому я в нормальной форме, я думаю, что следующий вопрос. Я, собственно, комсомольский правда Санкт-Петербург. Илья, что-то удалось посмотреть за этот короткий промежуток времени в Санкт-Петербурге? Может быть, какие-то уже любимые места появились? Что, в первую очередь, нашел на сегодня? Ну, пока, если честно, мы вчера прилетели, ночью поздно. И сегодня с утра я поехал на досмотр. Очень добродушные доктора, которые меня встретили в процессе на объятии. Сделали все условия, что нам позволили. Так что я очень много времени в любви и обязательно стану в экскурсии и Илья, вы когда подписывали контракт с МЖС, я не знаю, в чьих пользу он решится, но игроки настроены серьезно. Я думаю, что в тот раз у нас прохлада не будет в коллективе. И покажет будущее, что произойдет. Сейчас все мои мысли для новой команды. Если честно, то я хочу сосредоточиться здесь, когда все равно результат. И чтобы добиться того, тех целей, которые ставят перед собой. Следующий вопрос. Дмитрий, планируется ли схема, где вы хотите заменить большинство
Я один из игроков стал питерского, который на таких условиях, как любой другой уровень своей команды, мы делали четыре места в составе, и другой второй, это привести для так детский лидер, это ребят, Акеев, нам сказали, молодых ребят, очень сильных, в том числе и вратарь, хороший парень игрок. Поэтому я думаю, что без игроков проблемы, ну, по крайней мере, те игры, которые я видел. Бабушка может часто приезжать и обращать. Это один из